моем состоянии улучшилось намного. Намного? Да, я получила результат. У меня было 82-800, так. Сейчас 79-300 лет. Ну, где-то 300 килограмм. Да, ну 5 килограмм я бросила. Да, ну я хочу сказать, что я свой результат получил. Объем уменьшился. У меня 5 килограмм ушло в веса. Общие объемы там, где мы замерялись, у меня в общем 13 сантиметров ушло. Вот, я очень доволен этим. Ну, а это уже называется здоровый образ жизни, да? А по здоровью у меня очень хорошо. Я уже больше месяца не пью от давления. Прекрасно. Свой конкор. Вот. Суставы стали лучше. Вова знает, я раньше да, там еле нами. То есть там у меня все в порядке в этом плане. Я стараюсь это меньше есть, и действительно, да, есть энергия, есть здоровье. Вот здоровье возвращается. То, что раньше потерялось, теперь это все возвращается. Живот меньше, стомах меньше, энергии много, в общем, супер. Ну, мы свои 1,5 тонны дряни съели уже, мы теперь на рельсе сбалансированного питания, да? Людмила, результаты очень хорошие. Может быть, сегодня вы там взвешивались и так далее. Еще сегодня 2 килограмма. Еще 2 килограмма, то есть реально у нее получается 8,6. Молодец. Школа очень много дала, потому что мы научились, как правильно питаться. Совместимость продуктов, что с чем можно, что вообще такие вещи нельзя. Ну, когда вот так идешь и не можешь встать на колени, и тут астма затыкаешься, вот она меня встретила в таком состоянии. Я была, это самое, мы сидела, отдыхала. У меня ноги не поднимались сюда. Я говорю, сегодня, девочки, чтобы вы были все здоровы. От астмы ничего не употребляли. 30 лет болела. 30 лет. Я очень довольна всем. Я поставила себе цель похудеть. У меня было в начале, то есть, ну, по здешним 85,1, по-моему. Да? 85,1, совершенно верно. 85,1. На сегодняшний день это 9 килограмм, 9,2. Да? И самое главное, что я сделала, я исключила все вредное. Вот знаете, знаем, что вредно, но едим. Да? Я это исключила. На сегодняшний день вредных продуктов я не употребляю. Ну, я измуряла себя голоданием и все. Но теперь совсем другой результат. И вес ушел, и осталась энергия, усталость, и много появилось. А давай вот по пунктам. Смотрите, вес в прошлую субботу у Татьяны был минус 10,1. Очень значительно, я не буду говорить цифры, процент жира уменьшился, внутреннего жира уменьшился. Не знаю, выполняла все четко. Воду научилась пить очень много. Вот, потому что как бы пьем, но неправильно, и подогретую, и утром, и все это. И плюс считала, все смотрела так, это нельзя. Просто когда ты знаешь, сколько чего в чем, то так, это мне нельзя, это мне нельзя, вот это можно. И поэтому получилось, что мне, в принципе, сейчас не сложно. Здесь, конечно, до и после, знаете, извините за вот эти аналогии, но идешь по-другому не сравнить. Пожаловать на школу здорового питания.